Здравствуйте, мои дорогие друзья! На сегодняшнем мастер-классе мы с вами будем делать вот такую вот интересную монетницу. Спереди она у нас будет с цветочком, а сзади она будет вот такой вот однотонной. Это монетница на 7 клиньев. На сегодняшнем мастер-классе мы с вами будем учиться вязанию с бисером. Также я вам покажу отличия ниток, которые мы будем использовать, которые я рекомендую использовать. И, собственно, мы будем с вами учить технику кругового вязания. Потому что это не бисероплетение, это скорее бисеровязание. Изнутри она выглядит вот так вот. Конечно же, можно еще делать внутреннюю подкладку, но я этого не делала. Я обошлась вот таким вот вязанием только и тем, что она вот такая вот больше декоративная. Конечно, ее можно использовать по назначению, можно использовать там для ношения монеток в виде какого-то кошелечка-бумажничка. Вот, ну, не знаю, как по мне, это больше декоративная вещь, такая вот красивая, которую там можно взять на какой-то там выход, выйти там в свет, как говорится, да. Ну, кто-то использует ее там ежедневно. Это такое, это выбор каждого. Собственно, на сегодняшнем мастер-классе мы с вами научимся вязать такую вот монетницу. Мы будем делать две части отдельно, переднюю и заднюю. Также будем учиться сшивать. Вот сейчас покажу вам, как у меня оно сшито. Вот так вот. То есть видно, абсолютно ничего не будет, где оно сшивается. Также мы будем учиться пришивать фермуар вот этот непосредственно к нашей заготовочке. И, собственно, заканчивать и наслаждаться уже готовым видом нашей монетницы. Так что, друзья, приглашаю вас на обзор материала, который мы будем использовать на сегодняшнем мастер-классе, на обзор ниточек. И, собственно, запасаемся огромным количеством терпения, потому что работа предстоит кропотливая. И начинаем! Итак, друзья мои, вот тот материал, который будет нам необходим для сегодняшнего мастер-класса. Это бисер двух цветов, чешский, у меня 10 размера. Также джинсовая нить, крючок и фермуар размера 8,5 см. Как меряется фермуар? Смотрите, когда вы прикладываете линеечку к началу и окончанию вот этих вот рожек, у вас получается расстояние между ними. Вот это расстояние между ними и есть размером фермуара. Эти фермуары бывают на самом деле самыми разными. Вот у меня есть еще вот такой вот. Я их покупала в каком-то интернет-магазине, к сожалению, сейчас даже уже не вспомню в каком. По 85 гривен. Если переводить в доллары, то это около 3,5 долларов. Вот такой еще вот у меня есть. Вот такой вот фермуар. Они красивые, с вот этим вот тиснением. Не знаю, будет ли это видно, передаст ли эта камера. Ну вот они вот такие вот рифленые. Также есть еще такие вот совершенно попроще фермуары. Они вот такие вот. Это для большой сумочки. Его я тоже покупала в интернет-магазине. По-моему, что-то около 70 гривен. Но он большой, видите? И он такой вот совершенно-совершенно простой. Когда-то у моей бабушки были вот такие вот кошельки, знаете, вот старые советские. Вот они так расстегивались. Они вот такие вот красивенькие. Ну, это такая вот красота из прошлого, да? Кому такое нравится, может тоже брать вот такие вот фермуары. Еще принципиальное отличие. Вот эти вот фермуары, чем они хороши? У них есть дырочки. Не у каждого фермуара сверху есть дырочки. Эти дырочки нужны для того, чтобы мы потом могли нашу монетницу пришить. То есть то, что у нас получилось, да, чтобы мы потом могли пришить непосредственно к фермуарчику. Не у всех, повторяюсь, есть вот эти вот дырочки. Потому что есть монетницы, есть вот эти фермуары, которые рассчитаны на то, чтобы к ним приклеивали саму часть основную, да, вот эти вот, они такие вот больше для рукодельниц предназначены, как я понимаю. Дальше, еще хочу с вами остановиться на, крючок у меня 0,7 мм, не знаю, передаст ли камера. Размера 0,7 мм. Вот тут вот на крючке пишется размер. Вы можете у себя посмотреть, какой размер у вас. Еще хотела остановиться на нитях. Смотрите, я использую джинсовые нити. Джинсовые нити, они на самом деле бывают самыми разными. Вот у меня есть вот такой вот пример джинсовых нитей. И вот такой. Вот. А я в работе использую вот эти вот нитки.
Почему? Потому что они толще. Смотрите, вот эти нитки я заказывала в интернет-магазине. И правду говорят, когда не видишь, что ты покупаешь, можно купить кота в мешке. Вот эти вот нити, они очень тоненькие на самом деле. Поэтому я не могу сказать, что они не подходят. Они подходят, но для вязания на них нужно подбирать правильно бисер. И 10 размера бисером тяжело на них вязать. Я вязала жгуты на вот таких вот нитках. Это был 11 размер бисера и, в принципе, смотрелось довольно неплохо. Но работать именно с этими нитками, да, я бы второй раз, наверное, не стала. Ну, это, знаете, когда вы набираете там 8 метров этого бисера, да, и у вас уже нет выбора, будете вы вязать на них или нет, потому что вы, ну, жалко снимать и перенабирать заново. Вот, а если есть выбор, то, ну, честно, я бы второй раз на них не вязала. Смотрите, есть еще вот эти вот нитки, которыми я вяжу и которые я рекомендую. Они немножечко толще, и они такие, как вам сказать, они больше напоминают шерстяные. Наверное, камера не передаст, скорее всего, но они такие вот потолще немножечко, и на них очень удобно вязать. Эти вот нитки джинсовые, они есть разных цветов, но они в чем они плохи? Их нет цветов таких вот, знаете, насыщенных, да, там насыщенно красного, насыщенно зеленого, насыщенно там какого-то, вот таких вот цветов у них нет насыщенных. У них все цвета идут такими вот полутонами. У меня огромнейшее количество этих ниток, некоторым я уже вязала довольно-таки много, вот такие вот цвета. Ну, на самом деле у меня еще есть очень-очень много их, но все показывать это. Что очень важно в этих нитках? Они удобны в работе, их хватает, я не знаю, сколько тут метров, потому что они продаются в вот таких вот катушках, да, где на них нет ничего, никаких опознавательных знаков, поэтому тяжело сказать, сколько их метров. Но их хватает на 2 жгута 18 бисеринок, да, у каждого там по 40 сантиметров. Вот, это то, на что их хватает в действительности. По стоимости, вот эти вот цветные, они почему-то стоят дешевле, чем белые и черные. Вот такие вот цветные я их покупала по 12-15 гривен, в зависимости от цвета. Белые же и черные, 12-15 гривен, это если переводить в доллары, это 0,5-0,6 доллара. Белые же и черные, их цена варьируется от 0,8 до доллара с чем-то. Почему так, я сказать не могу. Еще, вот эти вот цветные нитки намного проще найти в обиходе, чем белые. Но это уже все дело такое, каждый выбирает то, чем ему удобно. Я с вами поделилась тем, что удобно непосредственно для меня. Так, это все мы откладываем. А еще хотела с вами поделиться, показать вам точнее, разные техники вязания этих монетниц и чем они отличаются. Смотрите, вот есть самые разные техники. Одна из техник выглядит вот так вот, она тоже идет на 7 клиньев, но кроме 7 клиньев, видите, они пойдут вот так вот немножечко в нахлест друг на друга. И если вы положите вот так вот ровненько, чтобы было монетницу, то вот этот вот один край у них идет ребром. Это одна из техник вязания. Мы сейчас ее не рассматриваем. То, что я предлагаю на данном мастер-классе, это вязание вот такой вот монетницы, у которой клинья идут практически ровными. Видите, вот таким вот, вот такими вот они идут. Этот мастер-класс, эту монетницу я вязала по мастер-классу из интернета. Если сумочка монетница бирюзовый цветок, по-моему, она называется, вы попадете именно на мастер-класс по вязанию, но это будет фото-мастер-класс. Вот, девочки просили снять видео по этому мастер-классу, вот я его и сняла. Так что, друзья, набор бисера как осуществляется? Сейчас я вам покажу, как выглядит схема. Схема выглядит вот сейчас, секундочку. Схема выглядит следующим образом. Она выглядит вот так вот. Как мы набираем? Мы сначала набираем верхние ряды, да, а потом каждый ряд слева направо, сверху вниз. То есть мы начинаем набор с вот этих вот там. Тут показывается 18 бисеринок, да. В моем случае в монетнице я использовала сверху 20 бисеринок.
Можете использовать 20 бисеринок, можете использовать 18, как предлагается в данном мастер-классе. Но картинка от этого не меняется. Все равно, когда вы набрали вот это вот все умножено на 7, например, там 20 бисеринок сверху, мы умножаем 20 на 7, у нас получается 140 бисеринок, набрали 140 бисеринок. Это самый верхний ряд. Дальше, следующий ряд. У нас получается 19 на 7. Мы набрали 19 на 7, дальше следующий раз. То есть сверху вниз, слева направо идет набор. И тут мы набираем, там, например, 5 бисеринок бирюзовых, там, 6 бисеринок зеленых, 5 бисеринок бирюзовых. И так 7 раз. То есть каждый вот этот вот ряд мы повторяем по 7 раз. Я уже это все сделала, я уже это набрала. И сейчас мы с вами будем приступать непосредственно к самому мастер-классу, к самой технике вязания. Итак, друзья, мы с вами начинаем наш мастер-класс. Для начала мы завязываем петлю вот таким вот образом. Смотрите, еще раз показываю внимательно. Вот так и вот так. Завязали петлю, дальше просовываем под петлю крючок. Попытаюсь так показывать, чтобы было хорошо видно. Смотрите, дальше мы зацепаем, еще очень важный момент. Я держу крючок неправильно. И это вот такая вот моя особенность. Я не умею держать крючок так, как обычно в литературе написано, что это правильно. Я его держу так, я так привыкла, мне так удобно. От этого ничего не меняется. Но в одном из моих мастер-классов, где я показываю, как вязать крючком, мне это очень много раз писали в комментариях, что ай-яй, как же вы держите крючок. Я не умею по-другому, поэтому показываю, как есть. От этого сам смысл мастер-класса не меняется. Смотрите. Есть у нас крючок, накидываем на него ниточку и протягиваем в петельку. Образуется петелька. Это мы считаем раз, дальше, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот у нас есть 7 петелек. Вот так вот они выглядят. Дальше мы просовываем крючок в первую петельку. Вот она. После чего захватываем нитку. Видите, вот так вот. Захватили нитку, вытягиваем через первую петельку. Ой. Захватили, вытянули. Вот что получается. У нас на крючке получается 2 петли. После этого накидываем петлю на крючок и протаскиваем через эти две. У нас получается вот такой вот закрытый круг. Первая петля может быть такая вот растянутая, как у меня. Это нормально, по ходу дальше она стянется так, как нам нужно. Дальше мы в каждую петельку проходим крючком и провязываем по одной петле. По одному столбику, точнее. Столбик у нас без накида. Вот мы прошли под петельку, вытянули ниточку, получилось 2 петельки. Накидываем ниточку, вытягиваем. Раз. Вторая петелька, повторяем то же самое. Вытянули, получилось 2. Делаем с них одну. 2. Дальше. Третью просунули, вытянули. Получается 3. Дальше, следующее, просунули, вытянули, вот у нас 4. Следующее, просунули, вытянули, вот у нас 5. Следующее, высовываем, вытягиваем, вот у нас 6. И последнее, вот она у нас, просовываем, вытягиваем. Вот у нас 6 и 7. Вот у нас получился вот такой вот кружочек. Дальше мы берем бисеринки и провязываем в каждую петлю, которая у нас вот тут вот есть. Просовываем
Видите, вот так вот просунули. Провязываем одну петлю с бисеринкой, одну петлю без бисеринки. Как это делается? Подсовываем бисеринку. Видите, вот у нас вышло, выходит крючок. Подсовываем бисеринку. Вот так вот подтягиваем. Видите, вот мы накрываем крючком ниточку и вытягиваем ее. У нас образуется две петельки на крючке. После чего захватываем ниточку и вытягиваем в ту же самую дырочку, в ту же самую петлю. Мы проходим иголочкой, не иголочкой, а крючком еще раз. У нас опять вытягиваем петлю, но уже без бисеринки. И подтягиваем. Дальше также мы заходим в следующую петлю, подсовываем бисеринку, накидываем крючок, видите, вот так, и вытягиваем. После чего накрываем и вытягиваем. Дальше просовываем в ту же самую петлю крючок, опять накрываем сверху крючком, видите, накрываем ниточку и вытягиваем. После чего соединяем две петли. Проходим крючком в следующую петлю, опять подсовываем бисеринку, накрываем крючком ниточку, вытягиваем, соединяем. В ту же петельку просовываем без бисеринки, вытягиваем петельку, соединяем. Следующая петля, повторяем то же самое, подсовываем бисеринку, накрываем, вытягиваем ниточку, соединяем. В ту же самую петлю проходим крючком, вытягиваем ниточку, подтягиваем. Вот так вот. С другой стороны у нас получается вот так вот. Так мы с вами продолжаем до конца этого ряда. И следующий ряд я вам снова покажу, как делать. Смотрите, друзья, мы дошли до конца ряда. С этой стороны у нас получается вот так вот. Не надо переживать по поводу того, что где-то у вас бисеринки далеко друг от друга. Это нормально, так должно быть. В процессе дальнейшего вязания оно у вас выровняется и будет вот так вот, как у меня. Все ровно и красиво. Смотрите, вот это вот тоже, та же техника, она начиналась абсолютно так же. Поэтому расстраиваться по этому поводу не стоит. Нужно дальше продолжать вязание. Поэтому мы поворачиваем работу. И смотрите, у нас закончилось вязание этого ряда. Дальше мы проходим иголочкой, не иголочкой, а крючком под ту петлю, которая у нас находится над бисеринкой белой. Видите, вот этой вот первой. Вот так вот, наверное, лучше видно будет. Вот. Дальше пододвигаем бисеринку, накрываем крючком и вытягиваем. Соединяем. Вот. Дальше, друзья, следующая петля у нас получается второй петлей. Помните, мы вязали, когда вот провязывали первый ряд, мы вязали одну петлю с бисеринкой, вторую петлю без бисеринки. Значит, сейчас мы проходим крючком в ту петлю, которая у нас была без бисеринки. Пододвигаем теперь бисеринки. Первую пододвинули, накрыли, вытянули, соединили. Теперь, друзья, в ту же петлю мы проходим еще раз, но провязываем уже без бисеринки. Соединяем. Опять в следующую петлю, которая у нас над бисеринкой, мы проходим крючком, подсовываем бисеринку, накрываем ее, подтягиваем. Получается две петли. Соединяем их. Дальше, следующая петля, которая у нас есть, это петля без бисеринки. В нее мы провязываем одну петлю с бисеринкой и вторую петлю без бисеринки. Переходим к следующей петле, которая у нас опять же над бисеринкой. И мы снова провязываем одну петлю с бисеринкой над ней. Дальше переходим к следующей петле, которая у нас без бисеринки. Провязываем над ней одну петлю с бисеринкой и одну петлю без бисеринки.
переходим к следующему, к следующей петле, которая у нас опять же над бисеринкой. Проходим крючочком под эту петлю, пододвигаем бисеринку, провязываем и переходим к следующей петле, которая у нас без бисеринки. В нее мы провязываем первую петлю с бисеринкой и вторую петлю без бисеринки. Проходим над следующей петлей, провязываем одну с бисеринкой. Дальше проходим крючком в следующую петлю, которая у нас без бисеринки, и провязываем в нее одну с бисеринкой, вторую без бисеринки. Смотрите, друзья, я взяла белую вот эту вот заготовочку и сейчас покажу вам на белой, как это делается, потому что, возможно, не очень хорошо видно. Мы проходим крючком под бисеринку, под эту ниточку с бисеринкой, под петлю. Прошли иголочкой, пододвинули бисеринку, захватываем. Вот, у нас получается две петли, захватываем их и превращаем в одну. Дальше мы проходим иголочкой, точнее не иголочкой, а крючком под следующую петлю. Вот она. Опять пододвигаем бисеринку, накидываем сверху крючок и вытаскиваем. Соединяем две петли. Дальше, смотрите. Из-за того, что тут разные цвета, будет хорошо видно. У нас вот тут вот идет петля, которая не провязана с бисеринкой. В эту петлю мы проходим крючком, пододвигаем бисеринку, накидываем сверху, вытягиваем. Накидываем сверху ниточку, соединяем две петли. После того, как мы в эту петлю прошли крючком, соединили их, мы проходим еще раз в эту же петлю, но мы не накидываем бисеринку, мы просто провязываем один столбик без накида, исключительно ниткой. И далее проходим крючком в следующую петлю, где пододвигаем бисеринку и провязываем с бисеринкой. На самом деле вязание это не тяжелый труд, но если вы впервые в жизни взяли в руки крючок и нитку и совместили их еще и с бисером, это очень тяжело. И не нужно надеяться на то, что у вас все получится с первого раза. Я когда училась вязать шуты, я, наверное, недели две сидела, соединяла, распускала, потому что у меня не получалось. Это нормально. И до того момента, пока у вас получится идеально ровное украшение, идеально ровное изделие, пройдет достаточно времени. Поэтому не расстраивайтесь, что «ай, у меня не получается». То, что не получается, это нормально. Не получается с первого раза, попробуйте второй раз, третий, пятый, десятый. У вас обязательно получится. Опять же, надеюсь, вы усвоили эту технику. Проходим под петельку, накидываем, пододвигаем бисеринку. Вот она, пододвинули. Накидываем крючком, вытягиваем, подтягиваем. Опять проходим в следующую петельку, накидываем, вытягиваем. Проходим в следующую петельку, накидываем, подтягиваем. Проходим в следующую. Прошли, накинули, вытянули. Следующее. Прошли, накинули, вытянули. Следующее. Прошли, накинули. Ой, получилось в две в одну. Видите, вот так вот нужно быть очень внимательным. Накинули, вытянули. Следующее. Прошли, накинули, вытянули. Следующее. Прошли, накинули, вытянули. Следующее. Прошли, накинули, вытянули. Следующее. Прошли, накинули, вытянули.
Смотрите, снова мы доходим до того момента, когда у нас получается остается одна бисеринка, и вот вроде бы ряд заканчивается. Нам нужно пройти в ту петлю, которая у нас была не провязана с бисером. Пододвигаем, провязываем с бисеринкой. Дальше проходим еще раз в ту же петлю и провязываем одну петлю без бисера. И так мы дальше начинаем вязать. Проходим в следующую петлю и провязываем следующую с бисеринкой. Вот так вот. Вот что у нас получается. За счет того, что мы в конце каждого ряда, в последнюю провязываем, в ту, которая у нас идет без бисеринки, в ту петлю мы провязываем одну петлю с бисеринкой, одну петлю без бисеринки. За счет этого у нас увеличивается каждый следующий ряд. И получается вот такой. Еще раз повторюсь, не нужно беспокоиться по поводу того, что в самом начале у вас что-то не получилось, либо же у вас как-то не так стали бисеринки, либо же расстояние между бисеринками слишком большое. Это нормально. В дальнейшем на кругу пятом, шестом у вас вот тут вот все закроется, и оно выровняется так, как нужно. Понятное дело, что если у вас расстояние там по пол сантиметра, это слишком много. И тут нужно начинать заново. Но если у вас расстояние там 2-3 миллиметра между бисеринками, это нормально, это предел нормы. Так что по этому поводу не стоит волноваться. Дальше вы провязываете так до того момента, пока у вас не заканчивается бисер. Когда бисер у вас закончился, мы с вами перейдем к вязанию вот этой вот части, которая у нас будет сверху без бисеринок. А снизу вот тут вот пойдет ряд на расширение с бисером. Он пойдет вот так вот, видите? Вот. Так что продолжаете работу самостоятельно. Следующий этап мы с вами снова начинаем вместе. Смотрите, друзья, хочу показать вам, как вырисовывается рисунок, когда мы провязываем дальше. Вот. То, что мы с вами начинали, да, тут, кажется, была такая большая-большая дыра, которая, казалось бы, никогда не заполнится, да, как оказывается, она заполнилась. Вот, и вот такой вот рисунок у нас с вами начинает вырисовываться. Дальше вы продолжаете абсолютно так же, как я вам только что показала. В конце каждого вот этого вот ряда мы провязываем в ту петлю, которая у нас была без бисеринки, одну петельку с бисеринкой, одну без нее. И так мы продолжаем до конца, пока у нас не закончится бисер, либо же когда, пока у нас не будет вот тут вот сверху, если посчитать, 20 бисеринок. Вот. После этого мы начнем с вами вязание второго этапа, также сшивание и пришивание нашего вязания к гримуару. Продолжайте самостоятельно, и мы следующую часть будем снова делать вместе. Смотрите, друзья, довязали мы до того момента, когда вот эти вот клинья у нас одинаковы по всему кругу. У нас получился вот тут вот цветочек. Вот, кроме того, у нас вот тут получилось по 19 бисеринок. Мы прикладываем и видим, что этот нижний круг и верхний, он одинаковый. Везде, кроме вот этих вот боковых линий. Сейчас мы с вами будем делать вот эти вот боковые линии. И я покажу вам, что нужно делать, если получается такая ситуация, что бисер на нитке заканчивается, а плетение еще не завершено. Итак, друзья, смотрите, эту нижнюю часть мы отложим. Вот так вот смотрится эта наша верхняя часть. Мы поворачиваем нашу работу, продеваем крючок в петлю и дальше начинаем делать следующее. Смотрите, у нас вот эти вот клинья мы сейчас должны сделать так же, чтобы оно смотрелось вот так, как тут. То есть у нас получается вот эти вот бисеринок должно быть 10 штук вот этих вот от боковушки. Дальше у нас идет половинка без бисера, следующий целый клин без бисера, опять целый клин без бисера и еще одна половинка без бисера. То есть у нас получается, что у нас без бисера должно быть целых 3 клина, но начиная с серединок, то есть 2 полных и 2 по половинке. Значит, смотрите, что мы делаем в таком случае.
Нам нужно отсчитать 10 бисеринок. 2, 4, 6, 8, 10. Вот они у нас. И мы их провязываем абсолютно так же, как мы только что провязывали всю остальную работу. Раз. Опять проходим через петлю, подсовываем бисеринку, накидываем крючок и вытягиваем. Так мы делаем 10 бисеринок. Вот у меня уже третья, четвертая, пятая, шестая. Ой. Седьмая. Восьмая. Девятая. И десятая. Дальше мы провязываем без бисера. То есть мы абсолютно так же, как мы только что вязали с бисером, проходим под петлю, зацепаем ниточку, вытягиваем. Мы провязываем столбики без накида, абсолютно так же, как мы провязывали только что столбики без накида с бисером. Только тут мы бисеринку не подсовываем. Вот так вот мы продолжаем до конца вот этого вот клина. Дальше так же само в последнюю мы провязываем 2 петли и продолжаем до конца этого ряда. Конец этого ряда будет вот половинку провяжем, целую и следующую половинку. Половинку нужно провязывать так, чтобы у нас оставалось 9 бисеринок, потому что 10 пойдет на увеличение. Продолжайте самостоятельно, и дальше я вам покажу, что делать, когда заканчивается бисер. Вот, друзья, мы с вами доделали 2 целых клина и 2 по половинке. И теперь, вот смотрите, оно вот так вот должно выглядеть, когда мы его возьмем в руки с другой стороны. Дальше мы провязываем, тут у нас остается 9 бисеринок, и мы провязываем их вместе с бисером. Подсовываем абсолютно так же, как мы делали, вязали до этого момента, также мы вяжем, но только с бисеринками. Просовываем под петлю, накидываем, подсовываем бисеринку, накидываем крючок и вытягиваем. Вот так вот у нас это все выглядит. Опять просовываем, подтягиваем и вытягиваем 2 петли и соединяем. Так мы продолжаем до того времени, пока не дойдем до вот этого вот момента, вот этой вот бисеринки, потому что когда мы к ней дойдем, нам нужно ее провязать и дальше вязать без бисера. Но тут есть очень интересный момент, это весь бисер, который у меня остался. И сейчас я довяжу до конца, пока у меня есть бисер, и дальше покажу вам, как правильно добавлять ниточку. Смотрите, друзья, мы довязали до того момента, когда у нас закончился бисер. Теперь нам необходимо обрезать вот эту ниточку, но мы ее обрезаем, оставляя примерно сантиметров 10, для того, чтобы нам потом было удобнее ее привязать, так как нам нужно будет. И на тот кусок, который мы отрезали, да, тот, который остается с катушкой, мы набираем нитку, не нитку, а бисер, столько, сколько нам необходимо. Смотрите, друзья, как я предлагаю решить вопрос с вот этой вот ниточкой. Элементарно, мы вот набрали на вот эту нитку вот бисера. Теперь мы связываем, просто связываем, но связываем аккуратно так, чтобы у нас узелочек был прямо возле крючка. Смотрите, тут нужно вот так вот подтянуть и вот так вот затянуть. Дальше, вот эти ниточки мы оставляем, мы их не обрезаем сразу. После того, как мы привязали, мы проходим этим крючком через следующую петельку, вот, подсовываем бисеринки. Эту ниточку мы оставляем в стороночке. Дальше, мы накрываем бисеринку, провязываем так же, как мы провязывали. Вот, и вот так вот вытягиваем, да?
Соответственно, вот этого вот узелочка, его в дальнейшем плетении видно не будет, когда мы будем продолжать это вязание. Так мы продолжаем до того момента, пока у нас не закончится вот этот вот ряд с бисеринками вот тут. На этом ряду мы провязываем последнюю бисеринку над этой бисеринкой, дальше вяжем без бисера. Вот тут должно быть 3 ряда без бисера. Тут, соответственно, должно быть 3 ряда с бисером. Но, смотрите, с одной стороны у вас получится 3 ряда с бисером, с другой стороны этих рядов будет 4. Продолжайте вот так вот самостоятельно, и дальше сшивание мы будем с вами делать вместе. Смотрите, друзья, мы с вами закончили вязание. С одной стороны у нас получается, как я уже говорила, 4 бисеринки, с другой стороны 3. Берем следующую часть, прикладываем так, чтобы та сторона, с которой 4, с той стороны было 3. Вот так вот бисеринки. Дальше что мы делаем? Мы проходим иголочкой так, чтобы у нас ниточка выходила с вот этой вот петли первой. Видите? Подтягиваем. Тут уже мы вяжем иголочкой, ну точнее работать будем иголочкой. Набираем одну бисеринку и проходим через петлю первую и вторую. Вот так. После чего проходим через вот эту вот бисеринку и через вторую петлю. Подтягиваем. Опять набираем одну бисеринку, проходим иголочкой через вторую петлю с одной стороны, через вторую петлю с другой стороны, подтягиваем. Очень тяжело такой ниткой иголочкой, потому что она путается. После чего проходим через вот эту вот бисеринку. Ой, опять же нитка путается. Вот так вот. Подтягиваем. Видите, и бисеринки становятся вот так вот в ряд. Сейчас мы пройдем дальше, и они вообще выровняются. Дальше набираем опять одну бисеринку. Ой, точнее, до бисеринки мы должны пройти через вот эту вот третью петлю. Прошли. Вытягиваем. Боже, как же нитка путается. Прошли, дальше набираем одну бисеринку опять, проходим через третью петлю с одной стороны и третью петлю с другой стороны, подтягиваем, проходим через вот эту бисеринку и через четвертую петлю. И опять же нитка путается. Ой. Вытягиваем ниточку вот так вот. Так вот, видите, если мы сложим, у нас получается, если мы потом вот так вот возьмем, да, у нас получается совершенно ровное сшивание. Так мы продолжаем до конца ряда, и дальше сшивание самого нашего изделия с фермуаром мы с вами будем делать снова вместе. Это был первый способ сшивания. Сейчас я вам покажу еще один способ сшивания и как оно все делается. Вы выбираете для себя тот способ, который проще для вас. Вы поворачиваете, видите, вот так вот друг к другу ваши украшения, не украшения, а половинки, но внутренней стороной, вот так вот, да, прикладываете и просто начинаете сшивать. Петли должны быть ровно друг напротив друга. Раз, ниточки у меня тут путаются, вот раз, дальше вторая петля тут, подтягиваем, два, дальше третья петля тут, вот, три. Смотрите, если мы повернем работу, у нас получается вот так вот, вот. У нас будет вот тут вот некий такой вот рубеж, он будет заметен, но не особо, он не будет выделяться.
Так что способ, как сшивать, вы выбираете для себя. Тот, который для вас будет удобней. В принципе, потом, если вам тут сильно не нравится, да, можно просто обычным стежком пришить по одной бисеринке. Выбирайте способ для себя сами, дальше мы будем пришивать фермуар. Смотрите, друзья, я сшила свою монетницу, и у меня она выглядит вот так вот. То есть это вот как краек, по которому я сшивала, фактически не видно. Дальше. Что я сделала? Дальше я пришила мононитью вот этот вот край, который у нас оставался верхний, к монетнице. Пришивать мононитью почему? Потому что потом вам будет легче правильно ее пришить. Как правильно пришивать мононитью? Вы сначала пришиваете серединку, а потом от серединки расходите в разные стороны. Смотрите, за счет того, что сама монетница, она неровная, она немножко выпуклая, смотреться оно будет примерно вот так вот. Вот. То есть у вас не будет тут идеально ровного края такого. Дальше мы берем ниточку, ту же, которую сшивали, проходим. Сейчас будет немножечко сложно, потому что оно уже, видите, вот так вот. Проходим в первую дырочку, набираем одну бисеринку синюю и проходим иголочкой в ту же дырочку. Вот так вот. Дальше выходим со следующей дырочки. Сейчас попытаюсь так, чтобы было. Видите, тут даже на камере видно, как я пришила вот эту вот мононить. Потом эта мононить, она отпаривается. Это нормально. И потом вы ее просто обрежете и вытяните. Дальше опять прошли, вышли вот эту дырочку, набрали одну бисеринку и возвращаемся обратно. Вот так вот. Так мы продолжаем до конца этого ряда, переходим на следующий и заканчиваем следующий ряд. И, собственно, вот такая вот красивая монетница у нас с вами должна получиться. Я очень надеюсь, что сегодняшний мастер-класс был для вас полезен. Подписывайтесь на мой канал, добавляйте фотографии своих готовых работ в наших группах в соцсетях. Мне будет очень приятно их видеть. Ссылка на фото мастер-класс находится под видео. Так что, друзья, заходим в наши группы и, собственно, до новых встреч, новых видео. Пока-пока!